Впереди уникальный проект, и он будет не только о снижении веса, он будет о красоте, потому что у вас в меню будут очень вкусные и полезные блюда. Ну, каждый раз что-то новенькое. Ждет удивительное новое меню, обновленное, с интересными продуктами. Кроме того, вечером можно задать в чат вопросы, и мы с удовольствием ответим о здоровье, о красоте, о том, как быстрее снизить вес, и самое главное, этот вес удержать. В наших душевных марафонах участвовало более 300 человек, и их отзывы, их результаты мотивируют нас, заставляют двигаться дальше, с каждым днем придумывать что-то новое и поддерживать теплое общение. Один из основных показателей для нас, как для организаторов, это то, что люди возвращаются. Они ждут запуска именно нашего проекта. В наших марафонах мы использовали очень много разных инструментов, много подходов и с отчетами, и без, и когда много спорта, и когда лояльности много. И каждый раз мы совершенствуемся, учитываем все нюансы и совершенствуем наши марафоны. Мы ушли от подсчета калорий, потому что это на сегодняшний день уже не актуально. У нас все просто, легко, позитивно, волшебно. У нас нет задачи набрать огромное количество людей, завести их в 10 чатов, закидать их теорией. Наша задача сделать этот проект индивидуальным для каждого. Ведь у всех есть свои особенности, и каждый должен выйти из этого проекта со своим результатом, со своей победой. Важно любить себя. Вот когда ты полюбишь свое отражение в зеркале, тогда все дела становятся успешными. И наша задача, чтобы каждая участница полюбила себя больше, больше и больше. Спорт наших марафонов – это работа. Это работа интеллектуальная. И мы хотим, чтобы в наших марафонах спорт был не просто физическими упражнениями. Мы хотим, чтобы каждая участница нашла тот вид спорта, который ей нравится прежде всего. Она может выбрать табату, она может выбрать просто прогулки перед сном, она может сделать вакуум или планку, и все, что она будет делать, будет приносить ей пользу. Мы не всех берем в наш проект. То есть первый пункт – это именно желание. Если человек идет к нам, чтобы мы его тянули, тащили веревкой, это не работает, это не поможет. Первый пункт, который должен быть у нашего участника – это желание работать. Второй важный пункт – это дисциплина. Дисциплина очень важна, без нее невозможно достичь желаемого результата. Мы строги, у нас есть и мотивация, и контроль. У нас очень много призовых мест и очень много интересных, крутых партнеров. В последний день проекта мы подводим итоги. У нас сами участники выбирают победителя по двум пунктам. Первое – это фото до и после, то есть визуализация. И второе – это процент снижения веса. Ну что, ждем вас всех в проекте, и это очень важно. Если вы хотите выглядеть молодыми, красивыми, обаятельными, полными сил и энергии, и, конечно же, тратить время не на походы в больницу, не на походы к косметологу, а на успех, на дела, которые на свою семью и на себя, полюбите себя, и мы вас ждем в этом проекте.